И всем привет, ребята! Сегодня мы уже играем в Brawl Stars. И да, вышла большая игра, и сегодня мы, как вы знаете, в нее поиграем. Честно, на вот этом видосик будет. Вот, ребят, я уже выбираю большую игру, и за кого мы будем играть. Давайте, здесь же кубки не отнимаются, так что давайте за Шелли. Ну что ж, погнали. Так, ребят, мы начинаем. Погнали. Здесь кубки, наверное, не минусуются. Один большой и пять маленьких. Интересно, кто будет маленьким, а кто будет большим? Ждем. Короче, ребята, я маленький. Сейчас мы пойдем атаковать кольта. Мы, надеюсь, кольта убьем. Ой, сколько нам... Ля, он в кустах скрылся, уже видно. Давай, Эдгар, Эдгар. Мочи, мочи. Молодец, блин. Привет. Блин, я умер. Так, ребят, я пришел. Бля, он меня опять убил. Что ж такое? Он на нашу территорию пришел. Мы должны его убить. Наша цель. Погнали. Где он? Куда он ушел? Давай, иди сюда. Ушел куда-то. Честно, пьяный какой-то. Чувак. На тебе пульками. Так, блин. Он меня может сейчас убить. Он так еще раз говорит. На, сульты тебя. О, ребят, смотрите, сколько мы ему хп отняли. Скоро он сдохнет. Давай, Кот, тяни санкцию, давай. Просто я его мочу и мочу. 32 секунды и 3 хп. Да, ребят, и это выигрыш. Мы его домочили, изи. Так, легко было. Нам дали 100 жетончиков. Спасибо. Спасибо, а что у нас там новое? А, это вот это. Ладно, ребят, приступаем ко второй карте. Кем я буду, большим или маленьким? Я, честно, не знаю. Ребят, я стал великаном. Сейчас я хочу где-то закрысить. Ну, в этих кустиках. И они когда будут подходить в эти кустики, я там их и закрысю. Давай, давай, давай. Сколько они мне уже хп отняли. Я не знаю, что делать. Ворон, иди нафиг. Кто за Шелли играет? Зачем я Шелли выбрал? Ты Эдгар, иди уже. Что там прыгает? Сдохни ты уже. Блин, там бель. Мне еще столько выживать. Не, ребят, по-моему, это будет проигрыш. Все-таки. Шуляне, здесь одни Эдгары. Даже не знаю, где скрыться. Давай, льту. Да, ребят, еще 52 секунды, я не знаю, как выживать. Я проиграл. И вот у Эдгара вот там по 10 сил. Я не шо, вообще долбанулись. У меня всего лишь 6. Что это нечестно было? Не считается. Ну, поражение нам все равно ничего не далось. Ладно, идем к следующей карте. Решил выбрать Динамайка, у него большой урон. Так, интересно, кто будет большим? Это Эль Примо какой-то. Погнали. Атакуем Эль Примо, ребят. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Давай. Чё он такой? О, ульта. Главное попасть. Давай, иди сюда. Блин, он прыгнул. Вот, вот зараза. Ой, нет, нет, нет. Куда? Ты куда, дедушку мой? Блин, умер. Ребят, он может даже и выиграть. Мы еще об этом не знаем. Сейчас его здесь закидаю, конечно. В смысле, что у меня? Ребят, походу он выиграет. Блин, Кальприма, как ты выиграл? Я вообще не понимаю. Ладно, это проигрыш, ребят. Будем уже ждать. Здесь ничего. Да, Эльприма выиграл, ребят. Переходим к следующей карте. Я решил выбрать Розу. Интересно, кем я буду? И у нас большая Сэнди. Мы погнали ее бить. Ого, у нас здесь целая команда, короче. Сэнди, давай, выходи. Ребята, у нас тупая команда, вообще тупая. Они просто...
просто сидят, сука. Я не знаю. Сидят, она просто и всех их мочит, она убегает. Тупая команда у нас в этот раз собралась. Мы их фиг замочим. Ладно, ребят, погнали дальше проходить. И кто на этот раз? 8 бит. Ребят, а здесь мы выиграем, уже осталось 1%. Давайте, кто добьет. Все, ребят, мы добили его. И нам далось тоже пачка. Очень хорошо даже. Так, эти штучки тончика улетают к нам. И решил взять другого бойца. Ну, кого же взять? Рика взял, ребята, погнали. Блин, ну когда я буду большим, а постоянно то маленьким. Наверное, мы здесь справимся. Мы проиграли, ребят, у нас была тупая команда. Посмотрите, у них какая сила. Ну, вообще, тупые были, короче. Не знаю, то хорошие, то тупые, ребят. Я не знаю. А что у нас здесь новое? У нас новые события. Ладно, хорошо, погнали.